Летом в саду музея «Дерево дружбы» всегда много туристов, но сегодня было не просто многолюдно, а компания подобралась интернациональная. На экскурсию в музей под открытым небом пришли представители 14 стран – Бразилия, Япония, Уганда, Германия, Индия. 27 человек – это студенты Российского международного олимпийского университета. Они тоже оставят память в нашем саду, сделают прививочку в крону олимпийского дерева дружбы. Будет расти их ветка, которая со временем принесет лучшие в мире плоды, плоды дружбы. Самое большое и самое известное растение сада, дерево дружбы, вызвало у гостей немало эмоций. Особенно, когда на памятных табличках студенты находили имена своих соотечественников. А это уже олимпийское дерево. Ранее его называли деревом мира. На нем пока всего несколько прививок, еще одна появилась сегодня. Большая интернациональная команда чести привить к дереву веточку грейпфрута удостоила Ивана Беляева из Санкт-Петербурга. И нам сказали, что через несколько недель снимут специальную пленку, которая работает тут как парник, и потихоньку из почки начнет распускаться веточка, и через 2-3 года уже можно будет осенью сюда приехать и сорвать, собственно, большой-большой грейпфрут, который здесь будет расти. После того, как зеленый след на олимпийском дереве был оставлен, группа направилась в музей. Там студентам вручили дипломы почетных садоводов дружбы. Обладателей таких памятных документов, благодаря прививкам на дереве в Сочи, по всему миру уже более 3000. Кстати, сегодняшняя прививка стала 3295-й. Ольга Десятова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.